Ребят, после стрима решил записать вам видосик про Анубиса с вот таким вот талантиком. Железная воля. 12.12. Железная воля. Первые 17 секунд битвы герой увеличивает атаку на 90. Это тот же самый бог войны. И также получает иммунитет к оглушению, страху и эффектам снижающим энергию. Как это действует? Действует это очень, ребята, круто. Сейчас мы пойдем в рейд, я вам покажу сначала в рейде. В чем особенность этого таланта? Он работает абсолютно точно так же, как и бог войны, но 18 секунд. Но он дает вам защиту от стана в это время, от страха и понижение вашей энергии, то есть от стрелка, там, от медузы. Любые понижения энергии, то есть душегуб там не сможет ничего сделать, любой разброс, то есть у него энергия не снимается. Но это все действует в течение 18. Если проходит 18 секунд, герой просто остается без таланта, то есть фактически он у вас голый. Как и ремочный, в принципе, он использовал ремку и все. Так, рунами у нас будет стоять гнев, который повышает крит на 12 и точность на 11. Артефактами топор, снаряга, доспех. Снаряжение, он у меня собран урон и плюс 1 крит. Уклон точнее, плюс 1 крит. Ну что, поехали. Кто смотрел опять же стрим, те видели уже, в принципе, я делаю это для тех, кто реально не видел. Так, сейчас ищем базу со стрелком. Вот есть база со стрелком. Сейчас пусть стрелок наберет вертолетики. И смотрите, что сейчас будет. Вот он бежит, подлетают вертолетики, и они его просто тупо заряжают. То есть он второй раз ударил. Тут Фрейя сейчас его затопчет. То есть сама суть, что стрелок уже ему не страшен вообще. Ну как не страшен? Он наносит точно так же урон. Но очень большой плюс то, что он... Так, есть стрелок. Тут опять же Фрей есть. То, что он заряжает просто его. Вот он себе бежит. Урон, как видите, тоже по забору не маленький. Он забежал опять. Можно таких героев с такими... Сейчас, кстати, очень еще одна интересная фишка. Это то, что у вас герой... восполняется энергией, да, там, допустим, его убивают, и все, энергии нету. Он рождается уже без энергии. То есть, фактически, если раньше это канала на битве гильдии, то сейчас для многих это уже будет проблемой. Вот опять мы бежим. Урон мы получаем такой же, как и обычный, просто голый Анубис. То есть от урона тут никакого дефа нет. Но вот плюс... То, что нас заряжают все полностью действия, они у нас не могут забрать. То есть вертолетики нам уже как бы даже и на руку. Вот все, мы полностью зачистили. Полностью всю базу. Так, ну что, где его использовать можно? В первую очередь его я буду использовать в забытой битве, в пачке. Также буду на фортах пробовать. Однозначно я его качал для подземок, плюс лабиринт. Но в лабиринте там снимается его дебаф, ворожай снимает. Но все же можно использовать, и надо будет потестить его. Ну что, поехали в подземочки, посмотрим, как это действует на подземках. Там, где есть станущие башни. Ну какую, давайте ради интереса вот сначала посмотрим вот эту. Ой, это не она. Это нам надо в обычную. Вот последняя. Сразу потестируем его урон. Посмотрим, что будет по истечению 18 секунд. Если он, конечно, всех не убьет. Вот его заряжает. Раз ударил. Башни, как видите, его не трогают. Ему пофиг башни вообще. Ну, сейчас посмотрим, что будет через 6 секунд. Вот все, сейчас должно его станет. Все. Он получает стан.
И причем конкретно получает стан. Урона, как видите, у него уже фигня. Уменьшился его урон. Хотя еще... Ну, это доспех бьет. Это не он. В принципе, все. То есть, именно кайф такого таланта на нем, это если вы будете его использовать в подземках, там, в первые секунды. Там локации, там, где не надо долго выжидать. Хотя на атаке фортов тоже он не будет особо тащить. Он чисто сделан на подземке. Так, ну что там, кошмарка? Давайте кошмарка. Давайте кошмарка 5-10 попробуем с ним. Я не могу сейчас все герои выставить, чтобы вам полностью показать его во всей красе. Ну, сейчас что-то придумаем. Вот наш Анубис. Ну, давайте где-то сюда. Смотрите. Его не станет. Максимум, что может, это ему наносить урон. Вот он по чуть-чуть, по чуть-чуть. Героям немножко подслил. Так, ну это, конечно, это хорошо все. Но мы еще сделаем другой тест немножко. Трешанем. Думаю, от этого на битве гильдии ничего страшного не будет. И Даша этого не увидит. Так, Ремка. Ангел. Давайте сюда вместо стрелка на секунду пихнем тыковку. И уже с тыквой полноценно сейчас затестируем подземки 5-10. Ну, давайте отсюда так, чтобы тыковка вон. Все, полетели. Первый удар есть, второй удар есть. Так, морозим тут всех. Вот тыковку нашу слили. Все. А видите, подземка вся пустая. Там у нас остался еще череп. Ну, то есть, сама суть, что ему хватает времени, этих 18 секунд, чтобы слить все герои без проблем. То же самое будет на седьмых кошмарках. Сейчас я вам это тоже покажу. Ну, конечно, нужно больше бафа. Ну, попробуем такими героями, которые у нас есть. Так, сейчас. Секунда. Талантик просто охрененный, я не знаю, я от него кайфую. С каждым днем все больше, говорю, с каждым днем, уже второй день пошел. Ну, уже фактически с каждым днем все больше и больше. Так, ну поехали. Магию на максимуме. Давайте 7. Давайте 7-9 попробуем. Так. Говорю, 7-9, иду на 5 как на бас. Ну, таким просто составом, там, без всякой готовки. Убираем тотем. Смотрим кадашку Ронина. Кидаем раз, морозим. Щит. Начиная с тыковки всех выпускаем. Так, усиление. Я спамить даже не буду. Ну, смотрите, сами все, в принципе. Мы это все тащим с вами сейчас без баферов. 70%. У нас осталось там 3 Анубиса. Одна только тыковка нас разгоняла. Он успел слить полностью все. С первого раза, ребят, 70%. То есть она проходится. Давайте теперь посмотрим на 7-10. Так, 7-10. Ну, давайте по старинке отсюда зайдем с угла. Так, раз, два. Начнем с него. Вот. Вот еще даже помог. Ну, куда он не попали. Но все равно частично героев очень много слили. Он еще до сих пор продолжает их сливать. Тоже пройти можно.
Ничего себе. Видите, как хорошо против малышей ников психощит помогает. Ну все тут сейчас сольют. С Купидоном, с Хроном. Там просто все разлетается. Поверьте мне. Так, убираем обратно. Ставим сюда. Тут у нас стрелок был. Стрелок. Так, оживление, оживление. Сейчас посмотрим, кто-то пошел, интересно. Кто-то не спит в это время. Не, 199. Два человека только умудрилось пройти. Возможно, проблемы уже с тем, что герои не получают энергию. Это, с одной стороны, интересно и очень хорошо. Еще хотелось бы, чтобы на битве гильдии теперь не только нужно было убить здание, но и героев. Так, добираем юнитов. Идем дальше тестировать. Сейчас мы ему поставим ремку рунами. Посмотрим, как он будет включаться. Заодно и протестируем. Так, ставим ремку. В принципе, ремка — это очень хороший для него вариант. Он сразу включаться будет. Давайте те же самые подземки. Ой, у нас Афинку заблочили. Немножко я ступил. Ну, у нас тыквания тоже. Ну, смотрите, как он красиво по чуть-чуть героев сносит. Мы продержались целых 20 секунд. То есть урона у него хватает. Посмотрим в рейде сейчас, как он будет резаться. Вот он раз ударил. Вертолетики зарядили еще раз. Там Фрея. Все, почистил полностью все. Стана он не боится, разброса он не боится. Просто супер. Чистить можно любую базу. Два. Он даже, я думаю, пока добежит, сейчас еще всех их. Даже не умер. Уже зачистил всю базу. Даже слил этого ворожея. Вот так вот, ребята. Так, давайте потестим его. Давайте на арену закинем. Вот он у меня тут даже стоит. Смотрим. Ну, все время, причем, смотрите, дает баф. Супер. А вот теперь в стан попал. Поехали дальше. Так, использовал. Ну, как-то так. Все, видите, его все-таки он тоже проседает. Очень, очень, очень хорошо, причем проседает. Так, тут мы сольемся. О, смотрите, кого я нашел. Побежали. Потестим его. У
Ну, смотрите, как хорошо держится. Надо будет руны пораставлять всем на атаку. А тут он по центру прошел. Все, пора сливать аккаунт. Но это шутка. Так, хорошо. Побежали забытую. Хочу его в забытой посмотреть еще. Создать команду. Так, давайте вот сюда этого уберем. Я Анубиса вообще здесь не использую. Поставим его. Поехали. Вот наш хранитель. Мы сразу конкретно получили молчанку. Но нам это все пофиг. Так, смотрим Анубиса. Ну, супер вообще. Не станется, вообще все пофиг. Плюс у него доспех все время будет работать. Это круто. Вот тут тоже супер просто. Он их все время дамажит. Дамажит, дамажит и еще раз дамажит. Против Фрея, ребят. Мы сейчас против Фрея выстояли. Это просто жесть. Вот Фрея боится тоже. Стана. Смотрите. Ну, супер. Интересно, затащим Фрея? Как думаете? Я думаю, затащим. Все. Там остался вражеский Анубис. Но мы должны с ним сейчас быстро справиться. Ну-ну-ну. Тащите. Есть. Неплохо. Хоть и время там уже прошло, в принципе, все равно мы смогли слить вражескую Фрею, и он выдержал урон. Я считаю, это реально очень-очень-очень достойно. Так, тут нашу Фрею поимели точно так же. Очень, кстати, неплохо Бигфут против Фреи. Смотрится хорошо. Вот неплохо на Леди Лео поставить. Я не знаю, вот думаю над этим, чтобы на Леди Лео поставить ремку рунами и все. И это просто будет стан обалденный. Так, давайте следующего. То есть, если вы все-таки решитесь его качать, определитесь, он вам нужен на слив юнитов однозначно, на битву гильдий. Очень хороший вариант. PvP режима — это забытая битва. Там хватает времени. Лабиринт очень хорошо смотрится. Ну и подземки — это основное. То есть, если у вас есть такой талантик, я бы ставил его Минотавру в первую очередь, вторую Анубису. Что я сделал? Третий, я пока думаю, что делать. Есть ворожай и есть Леди Лео. Ей тоже для PvP локаций он очень хорошо зайдет. Чтобы она первая станила, там вообще будет супер просто. Так, ищем. Это у меня Некрос. А, это у меня Некрос с разбросом, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да, не дает зарядиться. Там тыковка бьет. Он просто тупо не дает зарядиться. Хороший тоже. Овощ. Овощ еще тот. Ну интересно, ты здесь затащит? Хрена себе. Да ладно. Ай, блин, нам времени не хватит. Там он там с Дрейком воюет. Ну, я думаю, он бы тут затащил их. Нам чуть-чуть времени не хватило. Тоже огонь персонаж, сделаю на него отдельный обзор. А, вы уже определяетесь, ребят. Я уже вам столько обзоров наделал на героев. Ну, это просто жесть. Как видели, кто смотрел роллинг на стриме, талант, который на отхил, очень хреново падает. Я его еще не выбил, но очень хочу его выбить, потестировать в первую очередь на тековке, посмотреть, что это будет, как он себя покажет.
Хотя я думаю, все-таки воодушевление будет получше. А вот на некоторых героях, которые имеют этот хил, такие как Рина, Бигфут, думаю, это будет тоже топчик. Он будет давать 100% от хила плюс. То есть они будут хилить себя по 80 тысяч, там не по 40, а по 80. Я считаю, это будет достойно, очень достойно. Ну, посмотрим. Плюс там будет быстрый набор, хотя там особо тут набор ими не нужен, как и Рину, так и Бигфуту, но посмотрим на это тоже. Так, и затащили. Вот так вот. Пишите комменты, бомбите, подписывайтесь на канал, делайте репосты, ставьте лайки. Буду стараться делать для вас больше трэш-контента. Всем пока!